Настоящий русский офицер Александр Терехов исполнял воинский долг в зоне специальной военной операции. Для близких добрый и отзывчивый. Всегда был готов прийти на помощь. Многие его знали, многие помнят его как отзывчивого и очень доброжелательного человека с большим искренним и добрым сердцем. И сегодня его не стало, и память о нем увековечена на этой плите. Старший лейтенант Александр Терехов погиб в августе прошлого года. В память о жителе Звенигорода установили мемориальную доску на доме, в котором жил герой с супругой Натальей, сыном Егором и дочерью Марией. Дети будущего будут с гордостью говорить о героях нового поколения, о тех людях, которые остановили распространение чумы нового нацизма и нового фашизма. И среди этих героев старший лейтенант Александр Владимирович Терехов. На торжественной церемонии общественники, депутаты, руководитель подмосковного филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и, конечно, родные и близкие. Мы перед этими парнями в долгу неоплатном. Они защищают нас там и погибают, чтобы остальная Россия в тылу жила спокойно, развивалась и крепла. Депутаты округа подчеркивают, будут поддерживать семью Александра Терехова. Это тоже дань памяти героя. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».